О переводе в образовательные учреждения Саратова и области подали документы родители 180 детей из Луганской и Донецкой областей. Правда, принять и определить в классы сразу их нельзя, говорят специалисты Министерства образования. Нужно, чтобы с каждым ребенком была проведена беседа. Для этого в школах и лицеях организована комиссия, которая определит реальный уровень знаний претендента и вынесет решение о зачислении в классы. У многих русский язык был не как основной предмет, как родной язык, как у нас. Они же могли обучаться на украинском языке. Дети приходят в 9 класс, после 9 класса они должны будут сдавать экзамены. Ему может быть трудно сдать этот предмет, поэтому мы предлагаем вот это провести комиссию для того, чтобы определить, в каком классе может обучаться ребенок в соответствии с нашей программой. Как эта процедура проявит себя на практике, мы расскажем в ближайших выпусках программы «Новости 24 Саратов».